самое, как следует тоже делать. Левая нога вперед. Эйч. Оттянули. И с возвратом тела в первоначальное положение. Не удар. И опять в исходное положение. Опять пошли. Эйч. Не. Не говоряйте пол. Будьте внимательны. Эйч. Не. Эйч. Не. Хорошо. Как ставить ногу? Вы все каратисты. Вы должны прекрасно понимать. Нога ставится. Как некоторые говорят, курзуку с удачей, или там ее по-разному можно назвать. И когда развернувшись, мы должны ставить нормальную цинку с удачей. То есть ноги на одной линии, тем более зашаренные в сторону, не должны быть. Так, поменяли. На другую сторону. H. Не. Развернувшись, мы должны оказаться нормально, каратисты, цинку с удачей. H. Не. Движение защиты идет прям всем корпусом прям. Ни. Эч. Ни. Эч. Ни. Так, поменяли. Шаг назад. Эч. Ни. Опять. Эч. Ни. На другую сторону. Приготовились. Эч. Ни. Следующая техника. Сунакаки. Бросок. Или, как сказать, какета сюда хватающий, захватывающий движение, цепляющий песок. Подкидываем песок в глаза противнику. Но это, конечно, чаще всего как? Да, одна из техник старых была, и на самом деле песок кидали, или какой-то предмет. Но чаще всего это дали красивым названием, как там в айкидо, это прием. Небо, земля, там еще что-то, там разбор там лапов всяких. Это тоже красивые названия. Почему? Потому что я это движение могу применить обыкновенным ударом в пах. Тут ни о каком песке, ну если только из глаз он посыпется, ни о каком песке речи не идет. Кроме того, я могу пробить удар в живот, он сгибается, тут же подлетает и удар ему подбородок снизу вверх. Тоже тут не до песка становится, правильно? Кроме того, вот он стоит в положении камая, стал устойчивым, вот. Я подлетаю и выбиваю бок из рук. Тоже тут никакого песка нет. То есть это просто и название, хотя один из способов, на самом деле можно зацепить что-то и кинуть в глаза противнику. Но не зацикливайтесь на этом, что надо обязательно кидать. Самое главное, движение снизу вверх идет. Так, если вам будет легче это представить траекторию, представьте, что вы втыкаете бок между ног и подкидываете противника до потолка. То есть представляем и делаем. Эйч. Ни. Между ног и подбросили его. Сан. Си. Го. Кантай. В другую сторону. Поближе ко мне, чтобы вам место позволяло. Нет, задний, второй ряд сходится. Эйч. Ни. Обязательно бок выносится на среднюю линию. И только потом оно подкидывается вверх. Эйч. Ты сразу начинаешь его поднимать уже отсюда. То есть раз и подкинь его. Эйч. Последняя линия. Ни. Сан. Хорошо. Значит, сразу следующая техника. Гедан Осари Уке. Называется Уке, но часто применяется как Учи. То есть гедан — нижний уровень, Осари — какое-то идущее сверху вниз, давящее движение, уке — защитное. То есть, когда он стоит в положении камая, мы можем его применить как защитное движение. То есть, понизить его упору, потом контратаковать или еще что-то. Но часто мы можем просто нанести удар. По рукам ему сделать. Предположим, я его ударил, он согнулся, и я ему сверху, прямо по затылку, по спине наношу удар. То есть, это не учит. Все как в карате, так и в кабудо, непонятно каким образом, в зависимости от ситуации, переходит от защиты к атаке, от атаки к защите. Так, встали в положение камая, и сверху, строго сверху, эйч, уже вниз бьем, ни, сан, выбиваем прямо у противника, это мало, просто взять и ударить, надо еще придавить немножко, эйч, ни, строго прям сверху.
изменения траектории, ваша по начнет по боку противника скользить. И вы не выйдете по противника. Не строк прям как рубящим таким топором сверху вниз. Сан, кантай, поменяли. Опять пошли. Не. Тело обязательно немножко разворачивается, потому что иначе нереально сделать прямое движение сверху вниз. То есть мы пропускаем по, видите, мимо себя. Иначе, если мы вовремя не развернемся, бо пойдет по косой траектории. Ни. Сан. Отдай. Вот сейчас мы немножко сделаем шаг вперед. Почему? Потому что стойки вперед-назад разные. Вперед мы кидаемся всем весом, пытаемся войти в это бо для того, чтобы там добить противника или выбить бо противника. Поэтому идем в стойку шикодачи. Приготовились? Шикодачи. Если вам будет легче, вы можете не как тут дальше вставать. Это не очень сильно важно. Шикодачи, если вам легче понять, то как тут удачи. Хорошо. Камай, камай. Сан. Хорошо. Значит, на примере одной стороны мы разберем и уход назад. Налево не будем делать, будете делать уже самостоятельно. Шаг назад, потому что мы уходим от противника. Уворачиваемся и, насколько возможно, выбиваем бо, который направлен на вас. Бьем по рукам, бьем по бо. Поэтому уворачиваемся. Назад. И в исходное положение. Ни. Сан. Сверху. Строго старайся сверху. Си. Положение камай держим. Бо. Яру. Чудо, кайоши, учи. Кайоши, перевернуто такое движение. И чудо, кайоши, цки. Удар. То есть положение камая, он стоит вот такой красивый, суровый такой. Я отсюда выбиваю бо из его рук и наношу удар в живот. Понятно, да? Значит так, как в зеркале, вы держите правый камай, я возьму левый, чтобы с нами со мной быть одинаково. Эйч. Рука идет. Параллельно полу, параллельно вашему телу. И отсюда туда садёрю. Ни. Опять. Эйч. Ни. Эйч. Ни. Эйч. Можно выбить и другое место. Ни. Далее еще. Эйч. Раз, два. Ни. Раз, два. Эйч. И. И отсюда, с небольшого такого размаха, шаг вперед, эйч, и удар. Опять шаг вперед, ни, гидан харай руке, и удар. Так, еще раз, я постараюсь стать вместе с вами. Так вот, далее приготовились. Эйч, руки меняем, ни. Так, шаг назад. Эйч, руки меняем. Ни. Руки меняем. Это первая техника. Давайте мы ее сейчас просто для закрепления еще раз повторим. Достаточно туда и обратно сделать. Мы сейчас просто еще закрепим ее. Эйч. Ни. Хватай. Эйч. Ни. Следующая техника, стоим в стойке, следующая техника, гидан ханаи куке, гидан луки бо, делаем вместе со мной, руки не меняем, как вот держим, так и они пошли, эйч, и удар, руки меняем, ни, и удар, назад идем, хватай, эйч, руки поменяли, ни, сан, руки поменяли. И для закрепления движения. Второе уже в движении. Ич. И шагом удар. Ни. На месте. И шагом удар. Сан. На месте. Шагом назад. Удар. Си. На месте. Шагом назад. Удар. И к передней ноге встали. Эй.
Значит, Бог вот живут дать сад. Первая техника начинается на левую сторону. Гедан, Йоко, Уке, Джодан на нами учи. Ничего сложного нет. Мы ее сейчас и направо, и налево поделаем. Встали в положение Камая. Вначале на месте H, блок на нижнем уровне. И удар в шею Ни. Опять. H, Ни. Когда мы делаем блок, я вот так в зеркале с вами сейчас сделаю, мы должны помнить, что бьют вас. Поэтому ошибка новичков вот так неправильно. Вы должны закрыть себя. Приготовились. H, Ни. H, Ни. H, Ни. H, а вот я о чем и говорю, что ты должен раз и отвести. Ни. И вот вперед, шикадачи, H, и удар в шею. Вперед, H, мы сразу сокращаем хождение на месте и вперед, сразу делаем движение, потому что вы уже знаете или должны знать, как меняются руки. И удар в шею. Ни. Назад, назад. Тоже суряши. Ич. Ни. И опять суряши. Ич. То есть чуть-чуть проскальзываем. Ни. Опять пошли вперед. Вот этот удар спит. Раз. И уже добил. Левая. Отсюда. Раз. Удар. То есть это уже у нас не блок, это удар. Кроме того, мало удар и еще удар. Здесь раз и сразу зацеп, бросок. Понятно, да? То есть техника очень сильно видоизменяется, зависит от ситуации. Но для чего мы это все делаем? Для того, чтобы натренировать наши мышцы на производство определенных движений. Чтобы у нас они получали естественно. А дальше что? Или просто удар, или мы что-то зацепили, или хотя бы в том же самом чон-локун есть движение, когда мы защищаемся, проворачиваем по противника, сбиваем его вниз и наносим удар. То есть эти движения все не так динамично меняются, но от этого становится только интереснее изучать. Так, это 11-я техника. Понятно, что ее надо делать на одном месте, на другом месте, вперед-назад. 12-я техника. Удар в пол, Джодана Намигучи. H. Упор с линии атаки. Сюда вот подтягиваем. И уже как в бильярде, да? Одна рука держит, другая бильярдный кий наносит удар. Горло. Ни-ни. Опять. Приготовились? Приготовились вместе со мной. H. И удар. Это 12-я техника. Она применяется и как удар, раз, и давит противника. Она же отводит, держи положение, камая, бок противника, идет сюда, то же самое. И когда он меня атакует, я могу защититься и встретить его с лишним ударом. То есть, как вам нравится и как положится ситуация. Продолжаем вместе со мной. H. Ни. Для устойчивости стоим в усу бедачи. Опять. H. И. Обязательно вот скручиваем. Такого скручивающее движение. Она и устойчивее. И не забывайте, что в старые времена техники по яре с копьем были похожи. Да еще некоторые окинавцы варвары были, они всякие сюда ключи там, шипы втыкали. И вот представьте, какой тут шип, крючок, и вам в горло, и еще и проворачивается. Добивать уже не надо. Так, да? Получается, ну, что вы хотите от средневековых варваров каких-то. Так, на другую сторону приготовились. Эйч. Ни. Пять. Эйч. Ни. H, Ни. Так, теперь делаем сразу движение вперед. H и к передней ноге. Ни. Удар. Левой ногой. Стойте, не шевелитесь. Значит, руки меняются. Я только покажу, потом вы будете делать.
сделал, чтобы я никого не задел, меня люди задели. Зунбуц удачи. И опять раз. И удар. В передней ноге. Эйч, левая нога. И к передней ноге встали. И уклон. Так, теперь мы двигаемся назад. Левая нога назад. Эйч. И к задней ноге становимся. И, то есть мы уже не атакуем, не кидаемся на противника, мы наоборот защищаемся, уходим. Правая нога назад. Эйч. И встречный удар. Вперед пошли. Теперь мы сами агрессоры, мы кидаемся на противника. Отводим руку и наносим удар. Эйч. И добиваем его. Левый. Ни. Так, 13-я техника. Она из трех ударов состоит. Чудан. Нога шивучи. Кидан йог в руке, который можно и как удар делать, как защита. Чудан на нами мучи. Посмотрите, как выглядит. Сейчас будем вместе мучиться. Значит, обязательно по немножко как бы. Стой. Только смотрите, чтобы не задеть. Это тут много маховых движений, опасно. Бо немножко как бы задвигается назад. Вот такой размах. И отсюда удар. Удар. Гедан Йокуке. Джодан на нами учит. То есть предполагается удар по ребрам. Секущий такой удар. Противник защитился. Атакует. Защищаемся. И опять контратакуем. Красиво выглядит. В реальной обстановке все попроще. Удар по ноге, его сбиваем, и уже просто-напросто его добиваем. Понятно, да? То есть вы можете трактовать эти движения вполне легко и так. Потому что тяжеловато пробить удар. Ну, конечно, если раньше мастера между собой встречались, дрались, их реакции хватало. Для современного человека это нереально такая ситуация, когда я такой секущий маховый удар бью, он защитился и мгновенно бьет в ответ. И я тут же защищаюсь, и я тут же еще бью. На нашем современном уровне это тяжело представить такую ситуацию. А реальная ситуация, когда вы наносите удар, раскрываете противника, сбиваете его с ног и еще добиваете, это намного реальнее. Со мной. Смотрите, первое движение. Вот бок держим. И первое. Сюда смотрите. Первое движение. Бок как бы слегка подвигается. То есть мы ударной рукой берем в середину бока. То есть это раз. И не рука моя идет туда, а бок вдвигается, видите? Раз, вдвигается бок назад. Вот так давайте вместе со мной делаем. И под 45 градусов, эйч, удар в ребра. Ни, знакомое вам движение, гидан йога в руке. Сан, и еще знакомое движение, удар в шею, туда на нами учим. Еще раз, эйч, ни, сан. Еще раз. Эйч. Ни. Очень мощный такой, аж со свистом бой идет. Сан. Ну, опасное движение. Си. Эйч. Ни. Сан. Эйч. Давайте. Левое. Как зеркало? Левое. Оно делается первое, второе, на месте делается. Эйч. Ни. И только потом шагом удар. Сан. То есть это добивающее движение. Исходное положение. Сразу приготовились. Бой держим середина. Ич. Ни. Сан. Ич. Ни. Сан. Опять приготовились. Размах. Я не знаю, как назвать. Нисколько движения. Ич. Ни. Сам очень мощный удар. На другую сторону. Встали в другую стойку. Приготовились. И опять, смотрите. Снизу. Восходящий такой вот удар по руке. Эйч. Ни. На месте. Сам шагом. И опять положение камая. Эйч. Ни. Сам. Хорошо. Да? Кота называют. Укю. Кота. Рей. И пятки раздвинули, носки, и вот так просто взяли, наклонились. Отсюда Джодан Учи, Джодан на нами Учи, с уходом ноги левой назад. Эйч,
знакомое это движение, как бы знакомое. Ни Бог не дал ханаюхе, и разворачиваемся в сан. Опять юй, сразу отсюда будем учить. Эйч. Ни. Сан. Дальше уход от подсечки или от удара по ноге. Си, блок. И удар, что там над нами учим. Еще раз. Юй. Ич. Ни. Сан. Си. Го. Чудан как и руке. Року. Го. Как видите, она немножко напоминает Лунарёнову, да? Только единственное, она немножко по цветистей, по разворотистей и по насыщеннее. Так, приготовились. Эйч. Ни. Сан. Си. Ох, ну не бейте. Вот, замерзнем завтра. А я научу. Руку. Хорошо. Значит, сразу предупреждаю, какая ошибка встречается. Посмотрите, я сейчас буду вот правым боком к вам делать. Здесь без проблем. Здесь без проблем. А вот здесь проблема. Часто возникает у новичков. Вы должны сделать гедан йогу уке. Вот. И потом удар. У многих какая проблема? Они просто-напросто делают не гидан йоку-уке, а вот такое вот размашистое движение. То есть нету защиты. У вас сразу бок проскальзывает, а вы должны отбить и нанести удар. Ясно, да? То есть обращай на это внимание. Вот ты сейчас слушал-слушал и сделал вращение. Ты должен сделать раз, два, отбить. То есть успеть на одной ноге в момент разворота сделать блок и удар. Так, приготовились. Поехали. H. И. Сан. Си. Го. Руку. Назад уходит правая нога. H. Ни. Сан. Си. Не кажется дальше. Так, хорошо. Поехали. H. Ни. Сан. Си. Го. Руку. Сич. Хэч. Ку. Цы. Хорошо. H. Ни. Сан. Си. Го. Руку. Сич. Хэч. Ку. Зи. Эйч. Хорошо. Еще раз. Эйч. Ни. Сан. Си. Го. Року. Сич. Хэч. Ку. Зи. H. Так, а теперь под углом 45 градусов. Знакомая вам уже первая техника из боку Джоуду Дайсан. H. Кидан йоку в уке. Ни. Сан. И здесь кияй. Си. Хорошо, с самого начала. То есть запомнили, эта дорожка начинается 45 градусов в сторону. Юй, приготовились, наклон. H. Ни. Сан. Си. Го. Руку. Сич. Хэч. Ку. Зы. Эйч. Сильно такое движение. И под 45 градусов. Эйч. Ни. Сан. Кяси. А дальше вот такое спокойное движение. Эйч. И бок находится параллельно полу, 45 градусов туда наискосок и ниже пояса. Вот так вот. Да? То есть это как бы ну, такое промежуточное хамай. Там противник то ли будет нападать, то ли не будет. Расстояние вот так. И мы когда ударили, и вот он там, и мы так приготовились. И вот
не решается, мы сами его атакуем 45 раз. Эйч, ми, сан, кияйси. И такое плавное движение. Эйч. Хорошо. Юй, с самого начала. То есть 45 градусов вправо, 45 градусов влево, 4 одинаковых движения. Так, приготовились. Эйч. Ни. Сан. Эйч. Ни. Сан. Эйч. Ни. Сан. Си. Го. 45 градусов. Эйч. Ни. Сан. Киай си. Го. Эйч. Ни. Сан. Киай си. Го. Локу хотели уходить. В этот момент сзади какой-то негодяй идет по голове сверху. И мы вот с этого положения делаем защиту. Чуть вперед и, ну, обязательно выше головы. Эйч закрывается. Левая нога также впереди, левая нога впереди. А теперь, так, все встали туда, потому что я сейчас покажу. И следующее, все просто встали, развернулись. Следующее движение все будут делать без силы. Очень опасно. Много народу, вы можете друг друга задеть. Значит, отсюда идет следующее движение. Раз. И вот это движение. Два. Удар. Потом такой. И сбив противника уже злом такой сильный. Отсюда смотрите. Показываю. Раз. Два. Три. Гедан йога учит. Ни, защита. И очень медленно все разворачиваются, становятся на левое колено. Эйч, медленно, спокойно. Не дай бог друг друга ударить. Также медленно отгибаемся назад для разбаха. Си, и удар по ноге. Удар по ноге. Сбить противника с ног. То есть это был удар. Там живот, пах. И потом уже сбивание, чтобы он упал. Понятно, да? Поэтому мы прям прокручиваем бор и всем телом прям вгоняем это туда. Эйч. Ни. Безопасность. Сам прежде всего. Си. Го. Року. Сич. Эйч. Ку. Цю. Эйч. Ни. Сам. Си. Ну, эйч, эйч, ни, сан, си, эйч, и сейчас медленно, эйч, вверх, медленно, ни, разворачиваемся, удар, медленно, си, медленно, удар. И сейчас будем делать базовое движение, которое я вообще достал на завтра, но тут уж не знаешь как чего. Давайте вместе его будем сейчас делать. Оно называется корен учи. 5 ударов. Отсюда встаем как бы через блок. И начинается. Жадана нами учи. Раз. Аги учи. Два. Руки не меняются. Жадана учи. Три. Кайоши учи. Четыре. И Джодана нами учи. Пять. Это делается очень быстро. Если я перейду, руки только так должны мелькать. Ну, во-первых, это надо наработать, можно и себя стукнуть, во-вторых, сейчас можно друг друга ударить. Просто отодвинулись, посмотрели, вот я ударил движение, и отсюда, когда встаем, пошло. Раз, два, три, четыре, пять. Естественно, не так медленно, я тоже боюсь, потому что можно. Я видел, как у мастеров минимум четвертых данных оружие вылетало из рук. Лучше подстраховаться во всем. То есть встаем и сразу. Раз, два, три, четыре, пять. Надо сделать как минимум в три раза быстрее. Это очень быстрое движение. То есть идет шею снизу, сверху, сбоку и опять. Но подразумевается, что вроде бы от каких-то ударов, возможно, человек успевает закрыться или прикрыться. Но я не знаю. Такие удары
Даже если закрывать, то можно сильно сделать. Три. Раз. И. Пятки. Носки. И спокойно. Раз. Такое положение камая тоже. Эйч. Аккуратно, сильно не делаем. Ни. Сан. Эйч. Ни. Сан. Эйч. Ни. Сан. Си. Го. Эйч. Ни. Сан. Си. Эйч. Ни. Сан. Си. Эйч. Спокойно. Вот теперь медленно делаем. Когда, конечно, это делается быстро, здесь медленно. Эйч левая нога вперед. Ни на месте развернулись. Сан, отклонились, ударили. Си, встаем. Раз, два, три, четыре, пять. Яйго. Эйч. И к передней ноге становимся. Эй. Хорошо. Все первые пять техник. Первая техника — удар по голове сверху, да? Эйч шаг. Он меняет руки. Пошел. Ни шагом. Раз. И дальше бок проскальзывает. И контрудар прямо по низ живота. Положение камая. Встал. Не-не-не, не уходи от меня. Так же встал. Бок вот держи. Вот держи вот так. Как я. Руки не надо менять. Вот. Теперь я в ответ пошел в атаку. Он делает шаг назад. И джодануке. Раз. Я пошел в атаку, он руки меняет, руки меняет, защита, бой немножко проскальзывает и начинает уводить таким вот, раз, отрывается движение, меня сюда. И удар суки в живот. Так, еще раз. Давайте вместе с нами, все уже встали, я сейчас с ним начну. Так, все сюда потянулись. Так, приготовились, камая. Ну, это подразумевает, что мы поклонились и встали. Тот ряд атакует сверху ич, делает что на руке. Опять смена рук. Ни. И мы меняем. Далее. Аккуратно. Сан. И цуки под низ живота. Мочевой пузырь. Да? Так. Теперь мы опять стоим камае. Руки переведем. Вот. И пошли теперь мы в атаку. Ич. Он защита. Ни, все меняем руки, и не резко, сан, раз, и удар в живот. Так, атака пошла в голову, ич, чудо-мужчин. Ни, руки меняем, все меняем, аккуратно сбрасываем бок в сторону противника, толкаем его чуть-чуть, и цуки под низ живота. Вот, опять камая, камая, на месте камая. Теперь этот ряд атакует. Пошли. Ич. Ни. Все меняют руки. Все. Сан. Сбрасываем по противника в сторону и цукиму вниз живота, чтобы он больше не лез. И подли. Он атакует шагом удар в голову. Сразу же защита контратака. Понимаете? Сразу с прямого положения. Мы много раз делали. Он атакует, я атакую, он атакует, я атакую. Научились чувствовать движение. Что начинается дальше? А дальше, я думаю, многие вещи могут вам понравиться. Значит, смотрите, как мы работаем поближе чуть-чуть, чтобы нам простор отдать подальше. Здесь сейчас надо обязательно, чтобы никто рядом не стоял. Значит, мы начинаем как в бою двигаться. Я начинаю его входить, потому что мне нужна вот та зона, потому что вот этот конец бум мне мешает. Я хочу его ударить. У него нервы не выдерживают. Он кидается и бьет мне удар по голове. Контратака. То есть здесь в чем изюминка? В том, что когда последует атака, неизвестно. Мы опять встали, опять камая, 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 левая нога, вот. Мы опять начинаем ходить, и вот он, когда ему интересно, тогда и атакует. Атака. То есть я защищаюсь, я не знаю, когда он будет атаковать, в какой момент. Обычно мои ученики так делают.
показывает, к чему идет техника. Это первый я кусок у кумите, первый он, и уже первая полусвободная уже работа получается. Понятно, да? Второй он, второй я кусок у кумите. Смотрите, сейчас так же кланяемся. Это своего рода ритуал, стационный команды. Он шагом атакует удар шеи, задан нами учит. Я защищаюсь. В чем разница между нашими движениями? Он атакует, старается попасть в шею и, конечно, здесь остановить. А я когда защищаюсь, моя задача чуть увести в сторону. При этом, видите, обязательно скользящий, кручащийся движение. Он атакует шагом, руки меняет. Я раз, два, с выпадом контратака. Чудан Айоши Йоко Учи. Амая. Два шага он сделал, теперь я два шага делаю. Он наступает. Ич. Защита. Он наступает. Ни. И сразу атака. С выпадом, просто выпадом. Не шагом, а выпадом. Оп. И тут же удар. Да. Значит, смотрите. В Якусоку Кумите мы делаем на одну сторону, а вот в Иконе получается на другую. То есть мы как бы и там прорабатываем все ситуации. Но в Иконе, все, вот мы стоим, и вот он атакует в шею удар. Контратака. Это вперед-назад, вперед-назад. А потом мы начинаем также двигаться. И атака неожиданная. А вот он должен успеть что сделать? Да прежде всего отскочить назад, чтобы разорвать дистанцию и контратаковать. Понятно, да? То есть вот так называется. Третий я кусок у кумите. Первые пять техник. Удар сверху был, удар сбоку. А третья техника какая? Удар по ребрам. Правильно? Правильно. Все, так она и будет. Значит, мы стоим камая, он шагом бьет удар по ребрам, я как держал, и он сразу раз защищается. Я пошел дальше, он руки меняет. Два. Так, другая рука внизу должна быть. Другая, поменяем. Вот. Два. И, видите, средний уровень закрыт, верхний тем более. Он атакует нижний, кида. Колено. Опять приготовились. Значит, первое движение. Руки не меняем. Эч. Второе движение. Ни, руки меняем. Контратакуем. Если обратили внимание, во всех первых движениях руки не меняются. Почему? Да противник кинулся в атаку. Когда меняет руки? Некогда. А вот когда он меняет руки, и мы можем, у нас доли секунды есть на то, чтобы оценить ситуацию, поменять руки тоже. Раз он меняет зачем-то, нам на всякий случай надо подготовиться. Последний раз показываю. Значит, атака в ребра. Раз. Атака в ребра. Два. Камая. Руководим камая как следует. Руку перевернуту. Вот, пошел. Раз, он левую опускает вниз, левую, 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 вниз. Левую. Вот, да. Раз. Я пошел, меняю, он тоже руки меняет. Нет. Два. И контратака в колено. Раз. Ясно, да, парни? Четвертый пол. Я кусок у кумите. Какой у нас четвертый удар? Какая четвертая техника? Ноги. Ноги, да, легко запомнить. Пошли сверху вниз. Значит, так, становимся в положении камая. Он шагом атакует удар по ноге. Гидан Харайуке. Видите, гидан Харайуке. Далее, вот здесь руки вообще не меняются. Руки не меняются. У меня. А он меняет шагом атака по правой ноге. Раз. Видите, какой блок здесь, уже другой. Как гидан Ханайуке. Ханайуке. То было Харайя, теперь Ханайя. И Джодан Нанамиучи. Опять, так, камая. Я пошел. Он просто делает гидан Харайя руке. Ич. Локоть вперед. Вот, да, фиксирует. Руки не меняй. Ни другим концом отбирает. Нет, здесь локоть уже не надо. Это просто вот положение гидан Ханайя руке. Как мы делаем? Так вот, раз. И удар Джодан Нанамиучи. Камая. Опять пошел шагом. Раз, два, три. Видите? Очень легкие для работы. Поехали опять. Ич. Ни. И удар в шею. Защищаешься очень легко, да? Встали. Все то же самое, что мы делали на два шага. На два шага. Мы делаем на один. На один. То есть становишь положение камая. Он бьет удар по ноге. Раз. Два. Смотрите, еще раз. Атака. Раз.
мой пак здесь. Он даже нечаянно, даже ударив пол, он может подскочить и попасть мне в пак. Поэтому я защитился и кидаюсь в атаку. Я убираю это во, потому что оно очень опасно здесь находится. Понятно вам, да? Запомнили? И точно так же потом делают по кругу, двигаются. Последний ипон, я кусок кумите, я вам его показываю, но предупреждаю сам, вот я боюсь, когда ученики делают, я вот только и смотрю, чтобы нечаянно кто-то что-то не перестарался. Очень опасный я кусок кумите. Так же, как япон, камай. Пятая техника какая? Чудан, как в руке, чудан скин, правильно? Значит, он атакует удар горла. Атака цуки. Я ухожу чуть в сторону, чудан кагюке, 45 градусов уход. Он видит, что я сюда отскочил, меняет руки и атакует сюда, не туда, меня там нет. Он атакует, я опять ухожу в сторону и, видите, вот отсюда удар. Таким образом я показываю, что я ему нанес в горло сквозной такой пробивающий удар. Очень опасный я кусок гумите, поэтому сейчас его будете делать медленно. Еще раз смотрите. Значит, атака цуки в горло. Раз. Атака в горло. Два. И контратака. Очень аккуратная должна быть. Очень аккуратная. Как можно ближе к голове противника, к горлу, но очень внимательно. И ответная. Иди сюда, поближе. Вот, я атакую, уходишь туда, в сторону, и сюда на правой руке. То есть ты должен раз, отбить. Раз. Далее. Я атакую тебя уже здесь стоящим, ты отскакиваешь сюда. Раз сюда отскакиваю, и не надо руки менять, последний день менять, и не убей меня. Вот так вот, рядом с боку. Оп. Понятно, да? Страшно показывать, страшно, когда кто-то во мне чуть-чуть наклонился. Вперед немножко, как бы уже стартово так. И посмотрите, потом делаем. Небольшой размах. Гетан Хараюке, Джодан на нами учит. Ич. Раз, два, три. Ни. На следующий пошли. Раз, два, три. Сан. Раз, два, три. Си. Раз, два, три. Котай. Эйч. Раз. Ни. Раз. Сан. Раз. Аккуратнее задних. Си. Следующее движение. Гедан ханайвуке, гедан лунгибо. Эйч. Ни. Сан. Си. Рука перевернута. Рука перевернута. И по всем правилам вы должны прям кулак до кулака дойти, потому что это длинный удар, колющий. Хватай. Эйч. Рука перевернута. Передняя рука перевернута. Передняя рука перевернута. Задняя, соответственно, тоже. Сан. Пять. Руки, руки, меняй, меняй, меняй. Не забыл поменять руки. Си. Го. Так. Следующее движение идет. Сунакаги. Прямо снизу. Эйч. Удар. Пах. Ни. Сан. Си. Хватай. Когда назад двигаемся, мы отступаем, поэтому не каши дальше. Идем. Эйч. Аккуратнее задним, чтобы не стукнуть. Ни. Сан. Аккуратнее вроде. Ты сейчас чуть-чуть указываю руку. Си. Вот вы двое, очень опасно с ним устоите. Он вообще не смотрит, что делает сзади. Чуть отодвинуться от него. Опасно, товарищ. Так. Отсюда, гедано саюке. Раз сверху, шикадачи. Эйч. Ни. Сан. Яши. Назад мы когда двигаемся, идем урдзугу цудачи. Эйч. Ни. Сан. Яши. Далее. Посмотрите, потом делаем. Чудан каёши лучи и шагом чудан каёши ски. Эйч. На месте, потом шагом. Ни. На месте, потом шагом. Сан. На месте, потом шагом.
Ты на месте, потом шаг. Как будто я сам с собой разговариваю. То же самое. На месте, потом шаг назад. Ич, раз, и шаг назад. Туда. Ни, на месте. И шаг назад туда. Сан, снизу. И вот такой вот перевернутый тычок. Рука перевернута. Си, на месте, потом отступаем и удар. И к переноге яма. Рей. Хорошо. Значит, внимание. Мусубидачи. Рей. Бок уже удадайся, начинается следующим образом. Не каши дачи. Эйч. И первое движение начинается налево. Эйч. И джодан на нами учи. Ни, гедан, йога, уке. И джодан на нами учи. Сан. Я прям рядом стою. Ты не смотришь. Раз, два. Си, направо. Руки до меня. И удар. Назад. Суряши тоже отшагиваем. Эйч, скатим назад. Сюда. Раз. И удар. Ни. Раз. Удар. Сан. Раз. Удар. Руки ближе. Си. Раз. Удар. Следующее движение. Посмотрите. Раз. Два. Эйч. Вместе со мной, спокойно. Ни. Сан. Аккуратнее с зеркалом. Си. Назад отшагивает правая нога. Эйч. И сзади ноги. Ни. Сан. Си. Следующее движение. Только смотрим, потом делаем вместе со мной. Вначале смотрим. Размах такой. Удар по косой. Раз снизу. Два. Защита. И шагом потом только удар. Вместе со мной делаем. Приготовились? Медленно, спокойно. Эйч. Раз. Два. Правая нога у всех впереди. И три шага. Опять. Размах. Раз на месте. Два. И шагом удар. Три. Вот когда чоу-ногун, это движение встречается уже. Опять. Раз. Рёбра. Два. Шагом. Три. Если еще один шаг не получится, теперь будем отступать. На месте. Раз. Два. И шагом назад. Три. На месте. Раз. Два. И шагом назад. Три. На месте. Раз. Два. Шаг назад. Три. Это очень быстро делается, прелесткое движение. Чтобы времени не терять учить. Руки не меняют направление. Не меняются. Они сразу идут. Эйч. Защита. Потом выбиваем по противника с рук. Ни. Вот такой сверху. Левой рукой сверху. Руки не меняют. И шагом удар. Сан. Еще раз. Встали. Так. Посмотрите. Шагом. Ич. Ни. Сверху прям. Сан. Не шаг делаем, а просто скользящим движением. Вот сейчас у меня удар на это нормально. Поменял, вот перевернул руку. И пошли. Ич. Ни. Сан. Опять поменяли руки. Эйч. Ни. Сан. Назад двигаемся. Эйч. Ни. Сан. Эйч мы применяем. И пошел назад просто. Хорошо, назад. Ни. Сан. Ай, молодец.
пошли шагом вперед. Ич. Раз, два, три, четыре, пять. Ни. Раз, два подбородок. Три сверху по голове. Четыре по ребрам. Пять в шею. Назад пошли. Ич. Шея. Подбородок. Голова. Ребра. Шея. Си. Раз, два, три, четыре, пять. Вперед пошли. Эйч. Раз, два, три, четыре, пять. Сан. Раз, два, три, четыре, пять. Назад пошли. Эйч. Раз, два, три, четыре, пять. Только сильно не машите, чтобы нечаянно кого-то не задеть. Си. Пошли. Раз, два, три, четыре, пять. We'll be right back.
وكوني ومليني وسقيني من مر هوايا نداني في كلامه ورماني في غرامه ولا جاني ولا رد ندايا رميني وناسيني وكوني ومليني وسقيني من مر هوايا نداني في كلامه ورماني في غرامه ولا جاني ولا رد ندايا قلبي هيقول له ايه ولا جاني ولا رد ندايا رميني ونسيني وكويني ومليني وسقيني من مر هوايا نداني في كلامه ورماني في غرامه
Thank you.
спасибо.